Здравствуйте! Детские новости на телеканале Рудана. Про них расскажу вам я, Даша Волкова. Начнем с космических. Иран запустил в космос обезьяну. По данным иранского телеканала, запущенная в небесные дали капсула с обезьяной, получившая название Пешгам, благополучно приземлилась. Состояние пассажира капсулы удовлетворительное. Для тех, кто не в курсе дела, запуск животного в космос является подготовкой страны к полету своего астронавта, намеченному на 2021 год. На обезьяне иранские ученые намерены изучить работу организма в условиях невесомости. Следует отметить, что ранее Иран уже отправлял в космос живые организмы – червей, черепаху и крысу. Переходим к другим новостям. Закончились школьные каникулы. Хорошо это или не очень, трудно сказать. Но ясно одно – снова нужно просыпаться рано утром, чтобы не опоздать на уроки. И тут на помощь приходит наш верный друг – будильник. Только те времена, когда будильники звонили по утрам, а люди просто выключали их, нажав на кнопочку, прошли. Современность диктует свои правила. Современными часиками-будильниками все не так просто. Теперь будильники от вас убегают, заставляя гоняться за ними по всей квартире. А некоторые требуют собрать пазл. Когда будильник звонит, то верхняя его часть, состоящая из небольшого пазла, разлетается в разные стороны. Единственный способ заставить будильник замолчать – встать с кровати, найти все элементы и правильно, что с просонья сделать не так уж и просто, поместить на место. Еще один представитель суперсовременности – будильник. Гибрид курицы и петуха. Когда наступает время подъема, он будет вас громким кукареку. При этом он откладывает 5 яиц в корзинку. Остановить кукарекание можно только сложив все яйца обратно в будильник. А будильник-шар крепится к потолку над кроватью. В заданное время он начинает издавать неприятный звук, заставляющий проснуться. Разбуженный поднимает руку и ударяет по шару. Будильник замолкает, но поднимается выше. Через 10 минут он снова начинает вас будить. Скажете, на настоящее издевательство? Кто спорит? Но если вы Соня, непременно выберите одни из таких часиков. А у меня на сегодня все. Предлагаю отдохнуть и посмотреть несколько серий веселого и бодрящего сериала «Кумедни». Сам ж ти шукають разом з тим, хто поруч з нами зараз. І коли тремчу від сміху, і коли я маю втіху, світ навколо завмирає. Все чудово, я це знаю. Ми кумедні, ми кумедні, ми кумедні, хто кумедні? Ми кумедні, хто кумедні, ми кумедні, ми кумедні. Что ты тут делаешь? Ну, делом занята. А каким делом? Очень важным. О, а каким? Ой, ты очень важным делом занята. И занимаюсь общественно полезным трудом. А что это значит? Это значит, что я никому не мешаю. А когда ты отдашь 200 гривен? Это же немало. С пенсии. С пенсии? Да-да, с пенсии. Ты что, с пенсии? С бабушкиной пенсии. Она ко мне в понедельник приезжает. Что ты делаешь? Дай 10 гривен. Скажу. Ладно. Жарко сейчас, купаться не хочу. Вентилятора из себя изображаю. Странная ты какая. Странная, не странная, но свои 100 гривен в день всегда имею. Ноги убрал.
быстро. Шифровка. Эксперты программы «Меркувалки» рассуждают о каком-либо предмете, человеке или понятии. Их главная задача – не произнести загаданное слово вслух. Задача телезрителей – отгадать это слово, зашифрованное внизу экрана. Это очень серьезные люди и очень великие люди. Они могут отличать живую энергетику от мертвой. Те, что могут узнать фигуру, расстояние одного человека, который расставлял дома в форме звезды. Много чего знают на свете. Думать даже без маски, в черной маске, они, у него прямо он может почувствовать боль. Выйти на связь с другими душами. Он чувствительный, он может кому-то помочь, почувствовать. Изыскивает всякие вещи, кто все может узнать заранее. Подумать такие хорошо, подумать и угадать, кто это сделал, что где оно лежит, что оно там делает. Башня знаний. Телевизионная энциклопедия для любознательных детей. Что, где, когда, зачем, куда и почему. В этой башне ответы на все вопросы. Достоверно, интересно, все и обо всем. Здравствуйте! Сегодня в нашей башне знаний мы поговорим об истории возникновения бумажных денег, их настоящем и возможном будущем. Ученые отдают лавры изобретателей денег из бумаги китайцам. Пока другие страны и народы расплачивались за товары и услуги ракушками, жемчугом, шкурами пушных зверей, брусками соли, слитками из драгоценных металлов и прочими увесистыми предметами, хитроумные азиаты уже обменивались бумажками. О китайском платежном средстве европейцам впервые поведал фламандский путешественник и монах Беллем де Рубрук. Гениальное изобретение для всего человечества он описал как факт. Главные деньги в Китае – хлопковая бумага, на которой напечатаны строки, как на печати Мункэхана. Побывавший после него в Китае венецианский купец Марко Поло умудрился посетить место изготовления диковинных бумаг, описал внешний вид этих денег и досконально выяснил условия их хождения и обмена. С тех пор весь мир стал мало-помалу переходить на более легкие бумажные деньги. Раньше других европейцев удобство бумажных денежных знаков оценили шведы. В 17 столетии Стокгольмский банк, как полагают историки, начал выпускать банкноты. Но настоящие банкноты выпустил основанный в 1694 году английский банк. Те деньги имели номинал от 5 до 100 фунтов. А поистине временем мирового триумфа бумажных денег стал 19 век. Именно в этот исторический период бумага обрела вес и ценность практически повсеместно. Дожили бумажные деньги и до наших дней. Если вы хоть когда-нибудь держали в своих руках одну из купюр, то хотя бы примерно знаете, какова она на ощупь. А знаете, как отличить настоящую от фальшивой? Сейчас многие страны защищают свои купюры нанесением специальных водяных знаков. Видны они только на просвет. Еще один способ защиты своих купюр – специальные краски. Подделать их невозможно, практически. А в принципе, если вам дают деньги, и вы немножко сомневаетесь в том, что они настоящие, их всегда можно проверить с помощью специального детектора в любом крупном магазине, супермаркете или отделении банка. 20 век, век научно-технической революции, внес свой вклад в эволюцию денег. В жизнь стали входить деньги не бумажные, а электронные. С появлением пластиковых карточек, своего рода электронных кошельков, из мира стали вытесняться бумажные деньги. Плюсов у карточек немало, практически полное отсутствие возможности подделки и большая компактность по сравнению с бумажными деньгами. Удобно, что не говори, если, конечно, не забыл пароль.
Изобретение компьютера и интернета дало толчок появлению еще одной разновидности электронных денег. Появилось множество платежных систем, благодаря которым можно совершать платежи, не выходя из дома, пополнить счет мобильного телефона, вернуть долг банку, приобрести необходимую вещь в интернет-магазине. Кто знает, какие деньги появятся в скором будущем? Многие эксперты говорят, что в ближайшие десятилетия появится одна мировая валюта, то есть одна для всех стран. Поговаривают, что скоро даже пластиковые карточки исчезнут, и тогда за товары и услуги можно будет расплатиться с помощью отпечатка пальца или снимка сетчатки глаза. Но это все прогнозы, а нам главное наблюдать за течением прогресса и помнить. Будете много знать, весь мир у ваших ног.